Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я зашла в новый букс, вот, без вложений. Колым, как я поняла, переводится. Платит рубли за просмотр рекламных сайтов. Рекламы в этом буксе очень много. У меня на данный момент все уже просмотрены, и я уже набрала себе минималку. Ну, минимум на вывод рубль. Вот у меня сейчас 2 рубля. И рекламка периодически здесь появляется. Но ее очень много. Сейчас даже перезагружу. Посмотрим, есть у меня реклама. Нету. Все я просмотрела. И хочу, естественно, проверить его на вывод. Значит, в настройках я указала Payeer кошелек. Нажимаю вкладочку «Вывести». Раз там вывод мгновенно, я введу 2.19. Проверим на вывод. Сказать выплату. Статус выплачено. Да, сейчас перейдем на кошелек и посмотрим выплату. Я страничку перезагружу. Да, 1 ноября 2.16. Нажимаем. Так, значит, 1 ноября перевод выполнен. 2.16. Комментарий. Выплаты колым.орг. Букс платит. Все замечательно. Кому интересно, пользуйтесь. Ну и выводите, естественно. Буду продолжать мониторить, конечно, этот букс. И делать периодически видеообзор. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.